Вот уже третью неделю Владивосток рукоплещет непревзойденному, поистине фееричному и грандиозному шоу «Бурлеск», представленному Королевским цирком Гии Эрадзе и компанией «Росгосцирк». Это тот случай, когда самые восторженные эпитеты уступают место происходящему на манеже. Красивые артисты, роскошные костюмы, невероятно сложные и захватывающие дух номера. Зрители то смеются, то с замиранием смотрят выступления воздушных гимнастов супружеской пары, погружаясь в любовь. Мы работаем без страховки, это все скользко, вода, риск, и он везде есть, это же цирк, поэтому в цирке без риска никак. Очень яркий цирк, нам очень понравилось. Мы в цирке второй раз, и он совершенно разный. Все круто, все супер, артисты молодцы. Очень-очень нравится, шикарные костюмы, постановка, музыка. Вообще прям на одном дыхании просидели, очень здорово. Новое великолепное шоу «Бурлеск» продюсерского центра «Королевский цирк» Гии Эрадзе и российской государственной цирковой компании создано на основе номеров, триумфально победивших на 43-м международном цирковом фестивале в Монако. Там наши артисты завоевали «Золотого клоуна». Это высшая награда мирового циркового искусства. Приморские зрители высоко оценили новое шоу. Под несмолкаемые овации зала на манеж вышел автор и создатель «Бурлеск», заслуженный артист России Гия Эрадзе. Руководитель фонда «Приморью достойную жизнь» Владимир Николаев вручил Георгию Гиулиевичу благодарственное письмо и памятную награду за творчество и преданность развитию культурного наследия России. Это замечательно, это такая уже добрая традиция, я могу так смело это сказать. Именно в летний сезон мы приезжаем всегда во Владивосток. И вы видите эмоцию зрителя, самое главное, как зритель принимает спектакль. И когда зритель стоя аплодирует, публика аплодирует стоя артистам, это самая высшая похвала, какая может быть. И я понимаю, что все, что мы делаем не просто так. Значит, это нужно зрителю. И это меня вдохновляет на создание нового. Поэтому обязательно во Владивосток мы будем приезжать и будем привозить большие новые цирковые проекты. Шоу «Бурлеск», как и все проекты Королевского цирка Гии Эрадзе, масштабное, яркое, зрелищное, грандиозное. Профессиональные спецэффекты, декорации, свет, авторская музыка и эксклюзивные костюмы. Первоклассный балет, экзотический аттракцион «Африка», бесстрашные акробаты на встречных качелях, сказочный пегас, бронзовые скульптуры, трогательный и смешной клоун, невероятные животные из разных уголков планеты и триумфальная групповая трансформация Фаберже. Это не просто цирк, это спектакль. Так и настоящая магия, захватывающая одинаково и детей, и взрослых. Аншлаг и овации, сказочная атмосфера и восторг зрителей шоу «Гии Эрадзе Бурлеск» продолжится во Владивостоке все лето. Это должен увидеть каждый. Ирина Шилина, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.